И не раз. Много. Я по команду потулю. Ну вот сейчас отрабатываем. Сейчас начали спарринг. И все. Все? Да. Викингами решили сделать для вас конкурс. Скачивайте игру Викинги, ссылка будет в описании. Это классный сюжет. Это игра. Колебал, что ты несешь? Ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на канал. Федерация тэквондо Тамбовской области. Ссылки будут в описании. Какой Тамбовский? Что ты делаешь? Подписывайтесь, подписывайтесь. У нас уже 5000 подписчиков, сами набрали и ничего не подключали. Ты мне другое рассказывал. Так это ты выгрыжешь, да, потом? Сейчас видите, танцует вообще перерыв. Давай, давай, как это делается? Это жесть. Ты как-то так. Ты их этого научил? Дженни Бек. Как это делается? Братишка, кто чемпион это? Я чемпион. Ты чемпион. Мы чемпион. А кто победит, братан? Они победят. Финальный этап сборов. Мы вылетаем в Москву, в Шереметьево. Мы вылетаем в Шереметьево. Да, в Шереметьево на вторые сборы. У нас в аэропорту сборы, да? Нет. В Ястребо. Или Ястребка. В Ястребка. Или Ястребка. Или Ястребки. Вообще мне в Снегирях сыграли. В Снегирях? Да. Потом в Кали в Ястребке. Так. Далее наш план. Приехать туда. Наш план туда приехать. И уехать в Германию. А там что сделать? Победить. Мы приехали в парк-отель «Горизонт». Пока мы еще не видели наших номеров, сейчас увидим и вам все расскажем. Так, вот это наш номер. Да не, ну большой, нормальный, просторный номер. Багажа нету и не будет, походу. Наверное, завтра, наверное, приедет завтра. Так, ну что, мы потеряли багаж, да, ага. Мы потеряли багаж. Сейчас пошли разбираться. Или пойдут разбираться. Твой папа пошел разбираться. Папа пошел разбираться. А ты так и скажи, что если Леонид Федорович пошел разбираться, ну, значит, если, все решится. Пошел разбираться. Задвигалось. Кажется, твой папа дошел. Ну-ка. Наш багаж прилетит следующим рейсом, ну и нам его привезут в гостиницу. Нам сейчас надо типа, пойти. Да, у нас будет доставка. В качестве компенсации, да, должны мэрс нам подарить. Ага. Вот который в аэропорту был. И... 63.
Скромные номера. Да, без всяких излишеств. Без понтов. Просто со своим чиллаутом. Сегодня день взвешивания. Ты волнуешься? В спорт. Нет. Не волнуешься? Я не гонял. А в каких дисциплинах ты выступаешь? Я по дулям выступаю. Личка. Завтра у меня, короче, будет личка и команда. И завтра я уже буду стоять вон на той единичке. Молодец, красавчик. Волнуешься? Нет. Что ты пожелаешь всей своей сборной? Удачи. И все? Да. Может быть, что-нибудь еще скажешь? Окей, ладно, молодец, отбей. Да не надо снимать, у меня лицо это. На камере не видно. А, да? Волнуешься? Насчет веса? Нет. Да. Нет. Не знаю. Елена, расскажите ваши впечатления. Я хочу. Волнительно, нет? Нет. Я просто хочу снимать уже. А вы хотите? Ты можешь меня так не снимать? Ты подальше там отойди, чтобы я красивый был. Господи, этого не сделаешь. Этого уже не будет. Куча фильтров надо наложить. Че, я готов взвеситься, а потом побегать еще, походу. Гонит, да? А вы Виктория? А я не гоню. А? А я не гоню. Я ж не Андрей, чтоб гнать. Я добрый. Что ты на это ответишь? Раунд. Раунд. 1-0. Да не, сейчас сделаем вес, сейчас это будет круто. Самочувствие. Что ты расскажешь вообще Андрею? Андрею? Завтрашнему тебе и завтрашнему Андрею. Данил, ты готов сделать вес? Да. Брат, прости, я тоже нервничаю, но он попросил меня заснять. Пошел. Егор, да. Мы снимаем материал для влога нашего дальневосточного. Не переживай. Расскажи, пожалуйста, как ты гоняешь вес? Мне повезло в этом плане. У меня очень легко он гоняется, но уступаю я свыше. Понятно. Какими секретами поделишься для весогонки? Для тех людей, кто гоняет. Думайте об этом заранее. За сколько? Хотя бы за месяц, а не за две недели. Бургер Кинг, правильное питание, ну все. А последний день ничего не кушать. Андрей Павлович, что скажете? Желаю дальневосточной команде всем успехов, побед. Порвать всех и стать чемпионами. Спасибо, отлично. Как $20 за рекламу. Инзель. Ну, погода вчера радовала больше, вот, но немецкие системы почему-то подводят. Сначала с чемоданами накосячили, теперь с системами косячат. Ну, я надеюсь, они все исправят. Знаменитое немецкое качество что-то начало хромать. Все, отлично. Андрей Петрович, что скажете для нашей... Это знаменитая российская. Неважно. Надо принцип опустить перед 9 мая. Вы желаете удачи? Да. Для нашего всем удачи. Андрюха, давай. Давай, жирный. Ай, мужчина! Камера. Что ты скажешь? Нет. Все, на камеру теперь я буду переодеваться. У нас начинаются соревнования. Сейчас первыми будут выступать Федя с Максом Шанхаевым и Саня Лучковым. Как твой настрой? Нормально? Always first? Yeah. Доминирует просто нагло. Хорошо! Ой!
что скажешь о результате? Не тот, чего я ожидал, конечно, но что поделаешь. Все, ты больше не будешь по третьим данным выступать? Да, я перехожу в четвертый. Наберешь там всех? Буду покорять четвертые данные. Пожелаю удачи тем, кто хочет собираться перейти в третьи данные. Не встречайтесь с Тимати, с ним проблематично. Какой у вас счет общий? 2-1 я все равно веду, поэтому... Красавчик, молодец, молодец. Все, отбей. Бау.